привет! Я решила снимать док-влог. Это влог, в котором снимаются там животными, ну, в том числе, чаще всего, наверное, будет собака сниматься. Короче, сейчас я расправила кровать. Расправила я ее, потому что просто захотелось. Потому что сейчас 7 вечера и скоро ложится спать. На самом деле, Джессику на кровать я не пускаю. Она спит на своей отдельной лежанке. Я завтра пойду вместе с вами и со своими подружками после школы покупать ей игрушку, потому что она все свои закатила куда-то под кровать там. У нее осталось парочку мячиков и игрушка, чтобы, короче, зубки не чесались. Я куплю ей еще одну игрушку, чтобы зубы не чесать, потому что они у нее чешутся. Они у нее режутся. Ну, я не знаю, как это объяснить, короче, я думаю, вы поняли. Сейчас я ее на лежаночку отнесу и покажу, что там с рыбками и как кот вообще. Решила, пусть на кроватке полежит, там она лежит. Вот, все нормально с котом. Он, как всегда, на своем любимом месте. Если вы подписаны на Инстаграм, там сторис с ним и фоточки, где даже есть фотка на подоконнике, и там написано это его любимое место. Вот он, большой уже, ему год. Но это смешной мейкун. Здесь у меня списочек, когда я кормлю рыбок. Вот сегодня среда. Я покормила их. Вот, утром. И вот аквариум. Котео, но он хочет еще спать. Че все такие сонные? Да, у нас в аквариуме есть еще улитка. Ой, зубки какие. Он лежит на лежанке, а я иду делать уроки. Когда она грустненькая, когда я от него ухожу делать уроки. Думаю насчет того, чтобы сходить в магазин, в зоомагазин. Думаю, тут одеваться идти или нет. Ну, в общем, я решила, что пойду. В общем, все, ребят, я иду. На улице, скорее всего, не буду снимать. Или, наоборот, на улице буду, в магазин не буду. В общем, все, ребят, я уже иду. На самом деле, здесь хорошо то, что у меня магазин все близко, и в том числе за магазин. Здесь меня тут уже встречает. Я положила то, что я купила, на полочку. Сейчас посмотрим, понравится ли Джесси. Первое, что я купила, это вот такой канатик. Я, на самом деле, хотела такое купить, но, не знаю, что-то потом перехотела, а сейчас наконец купила. Он 37 сантиметров, да, он даже больше, чем Джесси. Кстати, да. Он очень хороший. И мне кажется, по-любому он Джесси должен понравиться. Там еще был меньше. Дальше, это такие лакомства, которые... Надеюсь, Джесси понравится. Как тут написано, они с 12 недель, а наши Джесси 10 недель, поэтому мы подождем 2 недели и начну ей давать ей за правильное выполнение команды. Кстати, за такую цену это очень круто. Смотрите, они стоят всего 98 рублей и вот такая гигантская пачка. Дальше наши любимые куриные палочки, точнее лапки. Джесси их очень обожает. В тот раз я покупала деревенские, какие-то там деревенские вкусняшки или что-то типа такого. Да, я знаю, что неправильно сказала. А теперь там на развес их продавали. Вот, сейчас будем давать Джесси игрушечку, она будет пробовать. Игрушки. Иди сюда. Смотри, что у меня есть. Она реально очень большая. Наверное, я переборщила с размером. Ожидать, она для нее слишком большая. Но я думаю, все равно она будет с ней играть, особенно ночью, когда она просыпается в 5 или в 3 часа ночи и начинает играть. Вот она играет, нормально все. На покупочкой. Честно сказать, я шла за куриными лапками, но получилось, что я взяла еще канаты и лакомства. Там на ночь, потому что, короче, она будет... Потому что у меня зубы чешут, она все подряд жует, и я не могу просыпаться ночью сюда и проверять, что она ест. Кстати, кот, да, он здесь спит, ну, он обычно там на стульчике спит, вот здесь. В общем, сейчас уже 4 часа, я сейчас буду делать уроки. Да, Джесси? А это почему я ее снимаю? И что я хочу от нее вообще? Надо писать в комментариях то, что я взяла для него большой канат. Я сама это прекрасно знаю. Ребят, за один день как еще испарилась вода. Сейчас налью сюда, чтобы вода отстаивалась. Джесси там поспала, сейчас пошла
по-моему. Короче, она вышла из моей комнаты. Сейчас уже третий день влога, сейчас 6 вечера. Что это? В общем, да. Сейчас я пойду в магазин, покупать что-то для кота и для собаки. Ну, Кристина для кота, а я для собаки. Ну, я шире. Все, короче, мы уже идем. Вот так наш дом сейчас светится. Видите, мы купили для Мэнни лежанку. Вот. Несем ее. И тут еще травка для него. А у меня, короче, там лакомство для Джесси. Короче, первым мы купили эту травку. Ну, Кристина купила. И мы не уверены, что Мэнни будет ее кушать. Я уверена, что он будет кушать. Я думаю, он это не будет кушать, потому что он не ел это никогда. И самое главное. Это для кошек или вот. Собак? Мне кажется, немного... Я для Джесси взяла мало лакомств, но зато мы взяли коту лежанку и травку. Травку, да. Короче, это такие зубочистки. Ну, вот они так называются. Я давно хотела такие купить, я хотела с интернет-магазина купить, но в нашем магазине я наконец-то их нашла, поэтому я очень счастлива. Короче, это колбаски. Вот такие. Я их часто брала довольно другой собаке своей. И мне очень нравится вот эта фирма. Деревенские лакомства, они очень прикольные. И здесь на развес я взяла, сейчас покажу, какие лакомства. Я взяла эту специально для того, чтобы когда у собаки будет день рождения, ей такую косточку, короче, ложить, и чтобы было красиво, вот. И вот такую штучку. Это, да. Мне больше нравится то, что я коту купила, но скоро я куплю, наверное, такую же лежанку, но лишь другую Джесси. Наверное, другую. Чтобы Джесси дать вот это лакомство, мне кажется, она должна ей понравиться. Пустила, не знаю зачем. Я пока несла это лакомство, она уже его учила. На, пробуй. И все, ей понравилось, я уверена. Да, ей понравилось. В общем, будет грызть, я сейчас ее на лежанку положу. Держит эту косточку. Беги, беги сюда, давай. Настолько ей понравилось, что она забрала ее под кровать, от меня подальше, чтобы я ее не забрала. Не забрала. Я начинала снимать этот влог, по-моему, было какое-то среда, а сейчас уже пятница. Поэтому я прекращаю снимать этот влог. Первые дни собаки в доме, поэтому всех люблю, всем пока.